92 матча позади, предпоследний тур уже сыгран и настало время поговорить. Вас приветствует команда Кибербаскет. Let's go! Главная повестка прошедшей игровой недели. Волгоградский Орион снялись с чемпионата России. В оставшихся матчах им будут проставлены технические поражения 0-7. И плавно перейдем к картине плей-офф, в которой уже 100% определились кандидаты за игры в постсезоне. Примечательно, что только Нижний Новгород гарантировала себе место в полуфинальную серию с единственным поражением в регулярном сезоне. При любых раскладах в оставшихся матчах ниже второго места точно не упадут. А дальше самое интересное. Купол рейтинги 1 и 2, соответственно, будут бороться за вторую путевку в полуфинальные серии. А вот Brickworks и Strongrush будут ожидать своих противников уже в четвертьфиналах. Running Gunners даже при лучших раскладах останутся на шестом месте по окончанию регулярного сезона. Lights Out, Cosmo Hustlers, Bad to the Bone и Пятигорск Eagles уже ни при каких раскладах в плей-офф не попадают. Снимаю шляпу перед данными командами и выражаю большое уважение, что выгрызали каждый сантиметр интерактивного поприща и получали удовольствие от участия в турнире, несмотря на свои результаты. Будем ждать вас в Кубке России уже в следующем году. Расклады и команды обсудили, а теперь к личным заслугам. Сергей Блажков вновь обрел уверенность в своей игре, 19 очков и 80% реализации, соврать уже не дадут. Играючи пережевывал команду за командой в шестом туре. Алексей Перекокин был словно зыбучим песком в обороне. Каждый, кто вступал на территорию Алексея, погребал же на первом шагу и не имел шансов выбраться. Тимолин Денис на своих широченных плечах вытаскивал свою команду в плей-офф. На подборах царил, на периметре божил, а ахиллесовые пяты все так не видно. Вот и подошел обзор шестого тура к концу. Услышимся сегодня вечером. Любите интерактивный баскетбол так же, как его любим мы. Держите геймпады плотно!